Сегодня делаются важные шаги в направлении развития туризма в Азербайджане. Впервые будет проведена сертификация гидов. Соответствующая структура создана при Государственном агентстве по туризму. Орган получил право выдачи гидам и экскурсоводам сертификатов для их туристической деятельности. Экскурсоведение – одно из важных звеньев в общем развитии туризма. В Азербайджане ощущается большая нехватка профессиональных экскурсоводов. Для их подготовки будут организованы тренинги на разных языках. Новый законопроект о туризме готов и направлен в парламент на утверждение. В нем отражены правовые основы сертификации экскурсоводов, будет подготовлен их реестр. Чтобы пройти сертификацию, гидам и экскурсоводам нужно будет сдать экзамен. На данный момент у нас в стране насчитывается около 300 гидов. Это очень хороший показатель статистики. И большинство вступают в нашу ассоциацию, чтобы быть проинформированы, когда начнется сертификация. То есть вы учитываете, я думаю, что чисто физически ТБСО, та самая организация, которая будет проводить сертификацию, сможет в течение года 100 людей обеспечить экзаменами, чтобы они получили сертификацию.